Вытекай! Я тебя на достаточно на дом! Умора, малыш строит из себя кусок. Черт, не тарифма, да? Тогда, может, послушаем новости? Мне все чаще сообщают о чокнутых наемниках компании «Коготь», особенно в деловом центре. Увидите этих маньяков, держитесь от них подальше. Им нужно все, что у вас есть, но их не научили просить об этом вежливо. Говорят, эти парни берутся за работу, от которой отказываются все остальные.
Они ни перед чем не останавливаются. Так что будьте осторожны. До скорых встреч, с вами был 3DOGKNIGHT. Вы слушаете радио «Новости Галактики», которое рассказывает правду, какой бы горькой она ни была. А теперь немного музыки. Говорят, что в последнее время мир стал лучше. Я надеюсь, что вы все сможете улыбнуться и почувствовать, что это так. Что-то хочешь сказать? Можешь принести мне квантовый? Друг мой, да ты в заднице столичной пустоши. Если бы не Сьерра, я бы тут не торчал. Я тебе только одно скажу. Держись как можно дальше от Данвич Билдинг на юге. У этого места карма плохая. Я не знаю, что это за место, но говорят, там странная фигня происходит. Эта штука — самая мерзкая дрянь, которая мне попадалась. Представь, пьешь ядер-колу, глотаешь сахару и бьешь себя кулаком по башке. Это, в общем-то, и все. Сьерра меня когда-то давно угостила. После того, как я это выпил, неделю писать без фонарика ходил. Отлично. Тогда давай завязывай пялиться и притащи мне немного квантовый. Можешь принести мне квантовый? Этого должно хватить, чтобы наполнить ее дурацкую машину. Спасибо за помощь, но наш уговор выполнен. Сейчас я заберу у тебя любые излишки, но с меня хватит этого мерзкого напитка. У него отвратный вкус. Пора соблазнять мою даму. Пойдем посмотришь на мастера в деле. Эй, моя сладость, у меня для тебя кое-что есть. О, боже мой, ты настоящее сокровище. Ты приносишь мне квантовую, чтобы заправить мою машину. Да, я заправлю твою машину, хорошо. Это что такое было? Ничего. Ну что, ты хочешь отпраздновать? Хорошо, может быть, позже. Сейчас у меня полно дел. Надо же еще охладить всю эту квантовую. Все в порядке, детка, у нас еще куча времени. Ты знаешь, где меня найти, когда тебе понадобится еще немного этого. Немного чего? Все в порядке, Сьерра. Играем в недотрогу. Мне это нравится. Ага. Конечно, их было тяжело достать. И ты справился, большой плюшевый медвежонок. Короче, надо поставить их в машину. Увидимся, милашка. А, я надеюсь тебя скоро увидеть. На что пялишься? Что? Ладно, мне наплевать. Добро пожаловать. Привет, ты что тут опять делаешь? О, Рональд, такой душка! Ты знаешь, что он уехал, как и ты, и привез мне 30 бутылочек квантовой? Он меня любит! Он правда, правда меня любит. Уверена, он предложит мне выйти замуж. О, а на свадьбу я тоже подарю ему свой секретный суперприз. Переночевать? Здорово! Мы сможем рассказывать друг другу сказки на ночь, делать прически и прочие приятные штуки. Я даже смогу приготовить закуски для ядер колы, когда мы проголодаемся среди ночи. Это же весело! Нет, что ты, вовсе нет.
На самом деле, в последнее время он так радует меня своим вниманием. С тех пор, как он принес квантовый для моей машины, он шепчет мне приятные глупости. Вообще он сказал мне, что хочет греть мне булочки. Это так трогательно, что он готов для меня делать такие мелочи. Правда же? Осталось достать булочки. Ну все, пока. Пожалуйста, скажи, что она любимая у тебя есть. Мне нужна квантовая. У тебя получилось. Моя машина наконец-то наполнена. Я держу свое слово. Вот чертежи ядерной гранаты. Они твои по праву. Если найдешь еще бутылки, не сомневайся и приноси. С радостью заплачу тебе еще. На что пялишься? Что? Как хочешь. Ой, как хорошо, что ты снова здесь. Ну, эта штука редкая. Я знаю всего один. Называется «Миссисипский пирог». Объедение. Если хочешь, я могу тебе испечь. Только принеси муки, водки и квантовый ядер колы. В два счета сварганю. Ой, нет, он такой зайка. Он меня никогда не беспокоит. Ну все, пока. Добро пожаловать в Ге... Ой, как хорошо, что ты снова здесь! Конечно, дай-ка мне секунду, сейчас будет готово. Вот, пожалуйста, надеюсь, тебе понравится. Глупышка, для пирога мне нужна еще мука и водка. Ах, как жалко, что тебе надо идти.
соревнуется с ротовой полостью и убивает остатки совести. Точно, пришло время шалостей. Черт, не та рифма, да? Тогда, может, послушаем новости? 2 недели. Уже 2 недели, как наши парни в силовой броне вышибли уродов из анклава с проекта «Чистота» и запустили крошку на полную катушку. Ты своими моргалами лучше пялься в другую сторону, пока тебе их не вырвали. Ужасное, бессмысленное существование. Ни проблеска надежды. Ни...
Ну, сейчас от тебя полетят... Теперь повеселимся! Может, каждой нуждающейся семье финансовую помощь. Американскую семью. Как в старые добрые времена. Ценности нашего прошлого станут основой для нашего будущего. Так что помни, Америка, анклав изо всех сил. До новых встреч! С вами был Джон Генри.
Эй! Эй! Ах! Ах!